Друзья, всем доброго утра, весеннее настроение. Решила приготовить салатик. Салатик у меня будет из майонеза. Майонез у меня. И огурчики. Огурчики я уже порезала полукольцами. Складываем наши огурчики в тарелочку. И майонез у меня уже есть заправка здесь. Вот. Заправляем наши огурчики майонезом. Вот такой вот салатик у меня получился. Вот это у меня салатик заправленный майонезом, огурчики с майонезом. Это супер легкий салатик для похудения. Здесь у меня огурчики. И майонез. И здесь вот у меня нарезанные огурчики. Просто я их нарезала полукольцами. Тоже салатик. Я его буду заправлять растительным маслом. Нам понадобится ложечка растительного масла. Вот наливаем растительное масло. Заправляем наш салатик растительным маслом. И два салата для похудения. Готовы. Вот такие вот два салата у меня получились. Друзья, подпишитесь на мой канал, поддержите мой канал лайком. До скорой встречи в новом видео. С вами была Алина.